Эта маленькая видеокамера – самое ценное, что есть у Якин Бидо. Сирийская журналистка впервые взяла ее в руки в 2015-м, спустя несколько лет после начала гражданской войны, разорившей ее страну. Недавно это принесло 26-летней уроженке Идлиба премию за журналистскую отвагу, которую ежегодно вручает Международный фонд женщин, работающих в СМИ. По словам Якин, она начала снимать, чтобы запечатлеть для истории последствия авиаударов и атак, которым подвергся ее родной город. Однако в консервативном сирийском обществе, которое отводит женщине довольно скромную роль, добиться признания у коллег-мужчин было непросто, рассказывает журналистка. «Со временем у меня получилось завоевать уважение многих, и они стали подбадривать меня. Те, кто раньше ухмылялись, тебе это не потянуть, это мужская работа, слишком тяжелая для женщин, теперь поддерживают меня и говорят, твоя работа в поле служит доказательством того, что женщины могут это делать, быть эффективными и выражать свое мнение». В последнее время Якин регулярно сотрудничает с различными международными агентствами новостей. Однако у этого успеха есть своя эмоциональная цена. «Помню, как во время какой-то резни я стояла посреди больницы не в состоянии снимать, хотя люди должны были это увидеть. Я не могла плакать, не могла поднять камеру, не могла утешить людей рядом со мной. Самолеты все еще ревели в небе, а я могла только стоять и смотреть, как люди оплакивают своих близких, своих детей. В этот момент я почувствовала бессмысленность своей работы. Эта премия вернула надежду мне и многим другим». Обладателями награды за журналистскую отвагу за последние 30 лет стали больше сотни женщин из 56 стран, включая россиянку Анну Политковскую, убитую в 2006 году. Все они, как считает фонд, вручающий премию, разрушили барьеры и отказались молчать.